Поехали. Слушаем, винтовка. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. Люди сатанит, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть. Свободные траншеи, пищевые отходы, идеальные примеры сперму, газ и дерьмо. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. 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 Семена накидают буйный рост, социальный трипер расседает строй. Через наш всемирный обезумевший фронт пощады никому, никому, никому. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. 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 Тифозные бараки, черепы, коробок, газовые камеры уютных жилищ. Иди, патриоты, костыли, ремни. Скучная поебень, поебень, поебень. Винтовка — это праздник, все летит в пизду. 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 Слушайте, если бы вопрос стал реально кавера на эту песню, я бы вас божила, молила бы, чтобы лучше пусть это будет какой-то бешеный сумасшедший танец. Но я бы такой не смогла спеть, я не знаю. Сереж, вот эта разрядка абсолютно. Ну слушай, ну здесь если просто послушать, ну не вникнуть, это же новогодняя песня, да? Такой даже это Jungle Bells, легкий. На минималке Jungle Bells. Ой. Вот. Я вот, ну, танец можно под вот это примерно хотя бы. Ну, типа танец, не знаю. Ну, я не знаю, как это петь. Крейзик, ну слушай, ну тебе не жалко, во-первых, ребят, у нас еще сейчас Оксимирон, который надвалит и навалит на нас. Давай, если не забудем, и сможем, завтра послушаем. Ну, можно, да, романтично. Но не, это уже не то, мне кажется, настроение будет. Винтовка — это праздник. Такое, возможно, написано психоз, ступлинский, меня уничтожит, что-то ненависть в этом мире или крайняя степень согласия с происходящим. Смех и сейф, здесь какие-то смехи, или это настолько безнародные. Ну, вот я все четче, вот я говорю, я вот еще уже какой раз, да? Ну, какой? Второй, наверное. Слушаем гражданскую оборону. Вот просто я настолько здесь вижу славу КПСС, то есть вот прям отчетливо какие-то треки, где он прям вот абсолютно практически в такой же манере исполняет. Так. Люди сатанеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть. Отрицательно посупушечное мясо. Расходный материал. Зловонные траншеи, пищевые отходы, в идеальные примеры. Сперму, газ и дерьмо. Боевые действия требуют опасной транши любой ценой. Их улетают слова. Генная пропаганда при
В идеальном прикладе мусорные грязные статус производится посмертное награждение, чтобы показать людям, что уметь умереть правильно, это праздник. Вот, ну, вот еще кто-то пытается, знаете. Утверждать, что все не циклично. Все настолько все повторимо, что. Смена анархии дает буйный рост, социальный триггер разъедает строй, ширится всемирный обезумевший шум, разъедает строй. Имеется в виду контроль социальной жизни моего государства, всемирных жителей, приводит к массовым заболеваниям. Замешанные насилие продают насилие, военные действия на людей продают нас между техниками. Происходит массовая истерия, жестокой реальностью. Это вот представьте, это писалось в 89-м году. 89-м. А как актуалочка, да, такие практически? Вроде писалось там по скажем так, по каким-то прошедшим, да, временам, и тут фобана. Жуть, конечно, я вам так скажу. Поддерживаешь мирное время, самостоятельно военное. Так, остыли ремни. Пытка. Впечатление бесит победа. Собираемся режим контроля. Господи, жуть, конечно. Читаешь картинками. Я? Меня в 89-м еще не было. Хочет сделать демо генерала. Ну, так-то да. Тут все уже спят, на самом деле. У меня один глаз, мне кажется, конечно, уже полузакрыт, я вам так скажу. Ну, что по оценкам скажете? Да, у меня еще не было, на школу уже пошла. Да ну, не, вы чё, 89, куда это? Я пошла на 11 лет позже. Так, Сережа, туть. Что по оценкам скажем? Ну, слушайте, это вот настолько музыкально, что у меня аж на самом деле как бы рисуются картинки, аж страшновато сегодняшнего дня. Не знаю, ну вот, честно, я не знаю даже, как вот такого рода произведение оценивать. Это вот, ну, даже больше, чем просто какое-то музыкальное сочинение, я даже не знаю, как это назвать. Мне кажется, у них любое вообще вот, любую песню, даже не знаю, как назвать, песня этого. Тут вообще не относится к трек, это ни к ним, ни про них. Ну, у них все, ну, как бы любое произведение, да, вот мне кажется, какой ни возьми, там просто вот, ну, не знаю, мега-шедевр. Глубочайший причем. И умещенный в несколько строк всего лишь. То есть вот настолько это вот безукоризненно и вот прям точно. Хороший. Господи, перемешек, мне кажется, ты реально вообще такое ощущение, у тебя какие-то там, я не знаю, подпольные, что ли, цех, всевидение, что ли? Ты почему горошек?